Врач-гомеопат. В последнее время это слово все чаще звучит, когда разговор идет о лечении. В нашем городе 4 врача закончили курсы по гомеопатии. С одним из них сегодня наш разговор. Максимова Ольга Ивановна. Так что же такое гомеопатия? Гомеопатия как наука сформировалась примерно 300 лет назад. И родоначальниками является лейпцигский приват-доцент Самуил Ганиман. И эта наука лечения подобным. То есть те препараты и те природные какие-то ресурсы, вещества, растительные, значит, какие-то средства, все, что в больших дозах вызывает симптомы, совершенно идентичные к определенным болезням, в очень маленьких дозировках вызывает на клеточном уровне мелкие, нежные такие сдвиги, которые полностью нормализуют вообще все соотношения в человеческом организме, убирают заболевания. И как средство вообще, гомеопатия вообще использует такие природные камни, металлы, соли, растительные всевозможные, значит, травы, там, корени и так далее. Все сырье растительное, такое же, как в обычных аптеках. И, кроме того, еще частично животное, значит, сырье. И, но только отличие от обычной, что ли, аллопатической медицины в том, что гомеопаты используют очень большие разведения, сотенные. То есть фактически это такое разведение, когда концентрация препарата, ну, образно выражаясь, так, две капли на ведро воды, но больная клетка узнает только этот препарат, и только больная клетка его узнает и нормализует свое состояние. Вообще, ну, прекрасная наука. Это можно лечить любого больного? Можно лечить любого больного, за исключением тех ситуаций, для которых нет гомеопатических препаратов. Например, вот, ну, положим, какие-то опухолевые процессы в виде, положим, полипов, аденоидов, там, полипозных колитов и так далее. Да? Вот для этой группы заболеваний препараты есть, да? Ну, для рака препарата нет. Поэтому, например, рак гомеопаты не лечат. Но полипозные, предраковые состояния, пожалуйста. Вы практикуете как частный врач? Да, я практикую как частный врач, у меня патент. С вами уже беседовали с телезрителями, вы нам рассказывали про иридодиагностику. Сегодня вы не только врач иридодиагност, но еще и врач-гомеопат. Одно другое дополняет? Очень даже. Вот при собеседовании с больным, да, некоторые вещи больные просто-напросто или недопонимают, недоощущают их, да. И после, например, того, как побеседуешь с человеком и еще посмотришь радужную оболочку, ну, полностью, совершенно полная информация о человеке. Даже то, что он недорассказал, наводящим вопросом выясняется, что да, этот симптом присутствует. Очень удобно работать. И если появятся желающие, которые хотят получить у вас консультацию, как вас найти? Ну, мой домашний телефон 410-16. А вообще я принимаю в кабинете 40-м в поликлинике ЦГБ вторник, среду и пятницу. Пока 3 раза в неделю. Дальше будет видно. Спасибо. И, пользуясь случаем, я бы хотела сегодня поздравить всех вас, дорогие телезрители, с наступающим Новым годом. Пожелать вам здоровья. Здоровье нужно для счастья, здоровье нужно для бизнеса. Будьте здоровы.